Добрый день, ребята! Урок информационно-коммуникационных технологий. Тема сегодняшнего урока – выход из лабиринта. Лабиринт в переводе с греческого означает «подземные дороги». Первые лабиринты были построены в древние времена. Самый известный – Критский лабиринт. Лабиринт – это какая-либо структура, состоящая из запутанных путей к выходу. Лабиринты бывают разными. Идея любого лабиринта заключается в том, чтобы выбраться из тупика, преодолев препятствия. В зависимости от сложности лабиринта, выходов может быть один или несколько. Если их несколько, желательно выбрать наиболее эффективный путь выхода из лабиринта. В программной игре можно быстро и безошибочно найти выход из лабиринта. Когда робот EV3, собранный на основе LEGO Mindstorms, войдет в лабиринт, лабиринт будет похож на комнату, как вы видите на картинке. Сегодня мы с вами будем создавать программу для прохождения лабиринта. Для этого нам понадобится ультразвуковой датчик. Он определит, есть ли перед роботом стена и расстояние до этой стены. Приступаем к работе. Запускаем нашу программу LEGO Mindstorms LEGO EV3 и создаем новый проект. Создадим программу выхода из лабиринта с применением ультразвукового датчика и загрузим ее на робота. К блоку Start добавляем блок Цикл. Заходим в управление операторами и выбираем цикл. Подсоединяем. Внутрь блока цикл нужно добавить блок переключатель. Уменьшим масштаб. Для получения информации с датчика изменим его режим. Выбираем ультразвуковой датчик. Сравнение. Расстояние в сантиметрах. Пороговое значение ставим 40. Далее, в верхней части блока переключатель добавляем блок рулевое управление. Заходим в действие, выбираем рулевое управление и переносим в верхний блок. Здесь мы его включаем. И поставим мощность на минус 30. Мощность на 30, а здесь у нас получается минус 30. Далее к нижней части переключателя добавляем блок рулевое управление. И тоже его включаем. И выбираем рулевое управление 20 и мощность 30. Таким образом, у нас получилось создать программу для прохождения лабиринта. А теперь, ребята, попробуйте самостоятельно выполнить задание. Открываем приложение. Нажимаем Play. Выбираем главу вторую. Так, и находим 13 параграф «Выход из лабиринта». Какой из данных роботов EV3 предназначен для прохождения лабиринта? Отмечаете тот, который вы считаете правильным. Следующее задание. Размести блоки в соответствии с их названиями.
Как вы знаете из предыдущих уроков, мы с вами использовали эти блоки: переключатель, цикл, ожидание. Ваша задача – расставить правильные блоки в соответствии с их названиями.